в храмах Потеряевки Мамонтовского района Алтайского края накануне крещения в субботу 6 июля. Здесь в прихожей, в преддверии считают каноны, а там исповедуется тайна. Безобразно, что убочайно, что надейся, так молясь мне, Господи, прежде конца покаяния. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, как у ней, мам. Плакать себя, помышляя смерть, видях, во гробе лежащего брата моего, бесславно и безобразно, что убочайно, что надейся, так молясь мне, Господи, прежде конца покаяния. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, веру, яко приидеш осудите живых и мертвых, и все во своем чину станут старые и млади, владыки и князи, девы и священники, где обрящийся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующая, не презри, дева вопиющая, и превозносящийся во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, не можешь и души моей, исцеляющие телесные болезни, Дева, да Тебя прославляю, чистая во веки. Святые ангели Божии, хранитель мой, моли Бога мне, от Бога посланный утреди живот мой, раба Твоего, преблаги ангели, и не остави меня во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, будь ими покров и забрав в день испытания всех человек, вон же огне искушается, дела благая же и злая, и ныне пресная во веки веков, аминь. Будь ими помощница и тишина Богородица Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня решение быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смечены ангести, взирайте Тобою же, все чистое явися человеком, Слово воплощенное Божие, величающее с небесными, воите ублажаем, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели, вся небесная сила, престолы Божие стоящие, молитесь ко Отцу своему, да избавит душу мою от муки вечные. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ныне плачусь к вам, святые патриархи, цари и пророки, апостолы. Там крещение в озере будет. Пристанище и представительство к Тебе прибегающих, будь Ева, стена и душа моя, прибежище же и покров, и веселье. Святые ангели Божии, хранители мои, моли Бога мне, мыслите мне пресное, и творите Господень, ангели благая, полезные дары, яко сильные яви, немощи непорочно. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, яко имея дерзновение к Царю Небесному, того моли с прочими бесплодными, помилуйте мя окаянного, и ныне пресное во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий Дева, и воплощимся из Тебе. Приложи мя от уст, и разрешение мне подашь, и спасение молитвами Твоими. Иисусе премудрости, и смыслоподателю, нищим кормителю, силу заступничай, болящему врачу, исцели и просвети мое сердце, Иисусе, струпы греховными, страстей тлею покровенное. Иисусе, спаси мя. Сиянием Девы, из Тебе воссиявшего света, умное зари, сердце просветит, мой греховный отгоняющий, гулиности мои употребляющие. Владыка Христе Божий, и же страстьми своими, страсти моя исцеливая, язвами своими, язва моя уврачевала, и дар немного Тебе прегрешил мусор.